полшестого утра. Мы выезжаем в мочище, мочище. Всем доброе утро. Время 5:50 утра. Мы выезжаем в город Новосибирск. Вот такой красивый восход нас встречает. Добрались до Новосибирска. Здесь очередная грандиозная стройка какой-то развязки. Выезжаем на Красный проспект. Уже полчаса стоим в этой огромной пробке. В 9 начало, время 9:30. Походу еще долго будем стоять, судя по навигатору. Больше часа мы простояли в пробке. В итоге пришлось ехать вот такой дорогой по полю. Мы, конечно, стараемся сильно не пылить, но впереди идущие машины не особо заботятся о тех, кто в пробке стоит. Люди просто стихийно бросают машины и идут уже пешком. Потому что пробка все продолжается. Продолжается. Просто вот на склоне сели. Отсюда вообще ничего не видно, ну деваться просто некуда. Люди вот с палатками. Это вот такая парковка. А, что вы видели, там вот на горизонте она все еще продолжается. Люди лежат прямо на траве. Где выход, где вход, мы не знаем. Наконец-то мы добрались до сюда. Народу просто ужас сколько. Просто ужас. Потому что мы обожаем вас, то, что вы говорите, можете, мы обожаем на вашем балансе. И очень-очень много хотелось просто на вас посмотреть, где кабина ваша. Военная техника времен Великой Отечественной войны. Пацан с автомата. Да, на воздушке. На воздушке. Пацанов обед, пока отдыхают. Чили на расслабоне. Thank you.
Я орел посреди. Обратно в пробки. Теперь в две полосы. Просто ужас какой-то. Пробки в обе стороны. Наконец-то мы дома. Через много километровые пробки добрались до родного города. Ты рада? Да, очень рада. И я рад. Всем пока.